Xiaomi Redmi Note 5S насят новейшим процессором от Qualcomm. Последним представителем смартфонов от Xiaomi был Mi Max 2 поколения, но с момента его анонса прошло уже немало времени. В то же время в сети уже активно циклируют слухи о других моделях вроде Mi 6 Plus, Mi Note 3, Mi Mix 2 и загадочной линейки X какой-то. Также до конца года ожидается презентация еще нескольких доступных аппаратов серии Redmi. Информация об одном из них попала в сеть до официального анонса. В скором времени фанаты могут ожидать выхода Redmi Note 5. Судя по имеющимся изображениям, Redmi Note 5 будет крайне похож на Mi Max 2, но со сканером отпечатка пальцев на передней стороне под экраном. Корпус у него будет цельнометаллическим, с едва заметными вставками под антенны сверху и снизу. Redmi Note 5 получит 5,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD, процессор Snapdragon 630 и Snapdragon 660, в зависимости от версии. 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной памяти для хранилища данных, 16-мегапиксельную основную камеру с сенсором Sony MX234 и световой... Силой, значит, f2.0, 13-мегапиксельную фронтальную камеру, аккумулятор емкостью 3790 мАч с поддержкой быстрой зарядки QCharge 3.0 и разъемом USB Type-C. Если верить утечке, Redmi Note 5 будет стоить где-то $175 за версию с 3 ГБ ЗУ плюс 32 ГБ ПЗУ и $205 за версию с 4 ГБ ЗУ плюс... 32 гигабайта ПЗУ и $220 за версию с 4 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайта хранилища.